естественными организациями. Какого хрена? На стене написано «Юсак, ты отстой». Ну да ладно, отсюда. Jeez, Thomas, you okay? You looked like you were about to faint there. Come on, let's get this over with. Становится интереснее. Этот дерганый парень мне напоминает. Так, тихо. Дерганый парень мне напоминает супербыстрых монстров из Dead Space. Так, ищем рабочий компьютер. Быстрых парней из Dead Space, которые в первой части прилетели на корабле военном, но в результате мутации у них стазис-модули срослись. Резак? А, вот он. Но ни хрена с резаком, ты мы им всем покажем сейчас. Резак, если вы не знаете, это специальное лезвие для ровной отрезки больших объемов бумаг, допустим, листов по 500, по 600. Так вот, и эти парни, в общем, у них стазис-модуль сросся, и реакции... Тихо. Просто усилилась в разы. Очень неприятные были твари, и там у нас очередные глюки, и почему-то мне все время кажется, что сейчас из угла выйдет Альма. Наследие Фира тут очень сильно чувствуется. Те же самые люди создавали примерно в тот же промежуток времени, по-моему, с разницей в несколько месяцев она с первым Фиром вышла. Поэтому, ну... Тихо, ты че дурак, что ли? Ни хрена, я его убил шокером. Или не убил, я его контузил. Че творится, блядь? Ну ладно. Показалось так показалось. Ну какого хрена, у меня жизни отнялись тогда? Так, не видим сюда. По этой забраться. Или нет? Нет? Так, может тут что пропустил? Компьютер у нас тут не работает. Аптечек тоже, я вот так понимаю, нет. Ну ладно, пойдемте обратно. На стенах кто-то написал кучу гадостей. Эй, ты что делаешь, ты женщина? I told you we weren't alone. Come on, I found a working computer. Аптечек там не видела нигде? Сзади у нас не было аптечек, никто не помнит. Ну да ладно, в принципе. Давайте сохранимся и двинем дальше. Я думаю, отмашемся, если что. It's a search engine specific to the library. Just type in the torturer's name, and we should get the latest info from the local news, including broadcast feeds. Так, ввести. Что тут надо ввести? Я думаю, он сам ведет. Damn it! Can anything else go wrong? We'll have to find the server room and get the network back. Так, у нас тут обрывы. Роза, ты где? Я ненавижу понедельники. Так, ну куда делась Роза? Она только что была тут. Или Роуз, что более правильно. Хотя один хрен, в принципе. Так, там вроде нет никого. Так, это меня опять глючит, скорее всего, она меня смотрит как на дурака, и я не могу ее видеть. Или как это понимать вообще? Меня посетило странное видение, я видел, как маньяк, за которым мы гоняемся, душит Розу. Well, Thomas, you're certainly not as much help as I thought you would be. I'd expected so much more.
Rosa, Rosa, are you there? Понятно. Короче, это не показалось, это действительно ее взяли в плен. Надо спасти нашу толстую негритяночку, потому что она нам так много раз помогла, что, по-моему, заслужила право на нашу помощь. И я думаю, такой квадратный мужичок с квадратной челюстью, как Итан Томас, заслужил такую женщину, как эта квадратная негритяночка. Ну ладно. Так, нам сюда что? Блин. Как-то мне затишье не очень нравится, потому что после затишья, как правило, на игрока накидывают просто толпищу врагов. И вертись как можешь. Тихо, тихо, тихо. Вот она, да? Так, сейчас мы ее спасем. Блин, дверь закрыта. Это, я думаю, разбить не смогу. Армированное стекло. Да, я был прав. Зачем вообще армированное стекло в библиотеке, я не пойму. Хотя, если тут какие-нибудь ценные архивы, особенно государственные, то это можно понять. Так, что у нас там? Я примерно подозреваю даже, что у нас там. Да-да-да. Оттуда мы пришли, вон там лифт, и мы вот так прошли. И в случае чего нам, похоже, отсюда надо будет вернуться. Так, я вижу дверь, которую надо ломать топором. Так, что я ищу? Органические улики. Это кто-то накапал тут, что ли? Пока передергивал. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but will return shortly. In an emergency, please use my authorized bureau cell number. Physical evidence received and stored. Вот оно как все. Автоматизировано. Эй, эй. Ага. А вот так вот. Хорошо. Мне нравится этот резак. Так, где там был мужик с топором? Вон он, я его вижу. Но сначала мы пойдем сюда. Потому что тут я чувствую запах аптечек. Так, нет. Чутье меня подвело. Но... мы, похоже, нашли эту аптечку, и аптечку, говорю, железную табличку. Засунем ее в карман, положим рядом с мертвыми птичками. Так, ну и что? Все-таки надо было там, похоже, вернуться за аптечками, когда меня только подранили. Теперь мне это... О, аптечка! Хорошо. Сразу сохранимся. И давайте осторожно подбираться к этому козлу. Блин, со всех сторон могут... Ой-ой-ой-ой-ой. Со всех сторон могут подойти. Ну ни хрена их сдувает этот шокер. Остается только подойти и... допинать, собственно. Так, мне, видимо, в эту дверь. Тут я видел, кто-то пробежал. Шокер вообще, честно говоря, читерская вещь. Я не совсем понимаю, зачем ее сюда ввели. Возможно, для казуалов, которые постоянно все и везде очень сложно. Я думаю, без него игра была бы еще интересней и гораздо напряженнее. Но раз дали, будем пользоваться. Что ж, нам ограничивать для себя в возможностях игры. Дают — бери, как говорится, бьют — беги. Так, но я не вижу других вариантов, кроме как двигаться в ту дверь, потому что ни врагов, ни чего-то полезного тут нет. Тут у нас вражина. Закроем дверь. Ой-ой-ой-ой.
Все, кончились патроны. Теперь получай. Или есть еще патроны? Нет, патронов нет. Так, этот чувак с топором, такое ощущение, что от меня щемит куда-то постоянно. Ну ладно, от меня далеко не убежишь по линейной игре. Так что бегай, один хрен найду. Все равно движемся мы по заботливо растянутой гейм-дизайнерами кишке, коридору, без особых поворотов налево-направо. Так что беги-беги, братень, далеко не убежишь. Тут у нас очередное армированное стекло. Что-то мне стало прохладно. Ой, у нас резко такой резкий климат в средней полосе России. То, блин, 35 градусов, на следующий день 15. Я не знаю. По-моему, это дурдом какой-то. Там кто-то кричит спереди. И что? Где этот мужичок с топором или с ломиком? Или что мне там нужно? Так, я не могу перелезть? К сожалению, нет. Наш мужичок слишком квадратный для этого. Тихо, 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 тихо. О! Ой, блин. Я ж просрал шокер. Я же заблокировал. Я же заблокировал. Да блин. Что ж такое, блин? Блок нажимаю, он не работает. Ой, блин. Блин, как я хапнул-то, а? Все, нет. Тихо. Вот этого нам не надо тут. Кажись, все. Ну, было не так, в принципе, страшно, но, конечно, когда эта скотина выскочила из ниоткуда. Что-то, блин, дрогнуло внутри меня. Там еще один стрелок, но стрелки из них хреновые, поэтому с такого расстояния ничего страшного нас не ждет, я думаю. Тихо. Кажись, все. Ну-ка. Ну, смысла в этом обрезе особого не вижу. Давайте возвращаться назад. Или тут можно как-нибудь срезать. Видимо, нет. Идем обратно. Так, что-то я начинаю путаться. Нам случаем не в эту ли дверь? Нет, похоже, все-таки назад. Не люблю нарезать круги, но другого выхода у нас, похоже, нет. Я просто, честно говоря, забыл, где там у нас дверь, которую надо разбить топором. И есть ли она вообще? Ну, мне простительно. Да, вон там люди бегают, следовательно, все-таки нам назад. Приляг. Мне простительно, я очень много работаю. Очень сильно устаю. Да хорош стрелять, Дантер. Откуда еще стрелять? Или он сквозь стену меня попал? Давайте подождем, он всяко сейчас оттуда выбежит. По крайней мере, подождем, пока у нас подзаряется. Блин. Ну давай. Погнали. Так, все? Еще есть желающие? Не уверен. Не, а вот сюда нам.
Там оттуда никто не бежит, и оттуда никто не бежит. Следовательно, сохранимся. И вперед с песней. Что это за картотека у нас? А здесь серверная, похоже. Потому что на книги эти аппараты точно не похожи. Так, ну и что? Где тут у нас еще капли непонятной белесой субстанции? Видимо, он на тех раздевалках, я так думаю. Еще аптечки. Хорошо. Так, что у нас? Да, я был прав. Отпечаток. Так, не раздевалки. Так, мы забрали этот отпечаток, и сейчас нам нужно взять ломик и возвращаться назад. Но сначала мы посмотрим, что у нас сзади. И что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Берем лом. Тихо. Так, это что? Что это у нас означает? Так, в отделе редких книг наблюдается активность. Что у нас, сигналка, что ли, я не пойму. Ну, пойдемте в отдел редких книг. Еще бы знать, где это. Мне, видимо, все-таки назад надо идти. Ломать решетку и заходить в лифт. Чтобы двинуть обратно на первый этаж. Ого, сколько у вас тут. Ой. Так, не палимся. Они уехали на лифте. Какие молодцы. Блин, ну используй лом. Просто упетляли. Я думал, они меня подождут тут с целью расправы. Но, видимо, нет. Им это нужно не более, чем мне. Так, я надеюсь, тут вся братья сейчас это не вылезет на меня, когда откроются двери. Нет, видимо, уже разошлись. Поехали на первый этаж. И там вот, я думаю, уже придется с ними встретиться. Но ничего, наш квадратный мужичок на многое способен. Не стоит недооценивать квадратных азиатов. Так, и что у нас тут? Блин. Я помню, это фойе. Со всех сторон могут напасть. И нужно быть осторожным. Так, звуки откуда-то справа. Вон они тусуют там. Иди сюда, иди сюда. Довольно-таки легко я с ними справился, на удивление. Просто, как говорится, взял на понт. Так, а почему у нас теперь тут лом? Если бы у нас тут изначально был лом, то я не думаю, что я ходил бы в этот жуткий подвал. Вот закон подлости. Так, что мне наверх? Ой. Да, все-таки очень хорошая в игре физика. Особенно для тех лет. Не стреляй в меня. Так, у нас 9 патронов в нагане. Это просто прекрасно. Вообще, это, конечно, не наган, а кольт 911. Ну да ладно. Кого бы это? Блин.
Волновало. Что-то у них тут слишком много, по-моему, огнестрела стало появляться. Учитывая, что прицела в центре экрана нету и отстреливаться от них довольно сложно. Особенно на таких расстояниях. Меня это не радует. Так, я не зря ли выкинул ломик, потому что я чувствую, вот тут он пригодится или нет. Ну ладно, время покажет. Аптечек нет нигде. Нет, тут все закрыто. Нам, видимо, туда. Значит, мы пойдем сюда. Во что это я? А нет, нам, видимо, сюда. Тогда мы пойдем сюда. Понятно, это, в общем, подъем с другой стороны. И ничего нам особо не дает. Да-да. Но обезопасить тылы — это дело довольно-таки важное. Если не заниматься безопасностью своей задницы, то рано или поздно ее порвут напополам. Читальня. Так, ну, тут у нас... Хотя нет, места довольно-таки много. Хотел сказать, что мало места, откуда могут напасть. Так, инструмент. Что, мы опять идем на вонь? Нам опять, что ли, нужна эта птичка? Но я думаю, безо всякой вони я ее найду. Но нужно быть осторожным. Хотя, сдается мне, все-таки никого тут нет. Так, что у нас с запахом? Запах не особо усилился. Видимо, он где-то тут. Ага, за решетки. Так. Как нам туда попасть? О, птичка. Давайте затолкаем птичку в карман. Обожаю толкать птичек в карманы. Там еще одна, что ли, я не понял. Да-да. Это хорошо. Чем больше птичек в карманах, тем я круче. Кувалда. Пистолетом я, видимо, не смогу. Что, конечно, бредово само по себе, но да ладно. Давайте возьмем кувалду. Так, и что мне это дает? Ничего, так я ее двинул. Так, ну, видимо, сверху я и попаду туда, куда мне надо, за эту решетку. Предварительно. Так, тебя можно добить? Не люблю живых птичек в карман сувать. Люблю мертвых. Так, прошел. Я уж думал, упаду. И... прыгаем вниз. Что? Back off, you bastard. Come any closer and I'll rip your head off. Rosa, it's me, Thomas. Oh, he must have clobbered me in the back of the head before taking off. Are you okay? There were these shadowy things standing over you. What? Look, while you're chasing shadows, that jerk tried to kill me. I bit him good though, right on the hand. Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor. Yes, sampled and transferred back to the lab. Excellent. Ну что, квадратная негритяночка. I can actually use this computer and do a remote analysis. Какие наши дальнейшие действия? Bingo. DNA from the sample matches DNA taken from the metro station hideout. This is the guy. This is our serial killer X. He killed the policeman, and he's been killing all of the other guys on your case list. What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer. He made me look it up on the net. He knows the whole MO now. The abduction, torture, suicide thing. Thomas, the torturer is on your case list, and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer X. X wants the torturer to die. He's hunting him now. Take a look at this. This is Jennifer Alden, reporting from police headquarters.
developments in the case of the torturer serial killer. A retired gym teacher from the city's juvenile rehabilitation program has informed police of contact he had almost 8 years ago with a troubled youth named Carl Anderson, who reported fantasies that matched the torturer's methods exactly. Authorities are now asking the public to inform police if they know of Carl Anderson's whereabouts. Do not approach the suspect, as he should be considered armed and dangerous. Sources within the police department are telling me they are also concerned because their informant can no longer be located. Department spokespersons have refused comment on this latest development. This is Jennifer Alban, reporting for News Channel 5. Carl Anderson. Gym teacher tells the cops on you, and now the teacher can't be found. Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked. School and city district records are in the basement. Follow me. Hopefully this key will get us where we need to go. Так, нам нужно найти какого-то учителя, который, по сути, есть мучитель. Такой каламбур. Он следующая цель нашего матчмейкера. И нам нужно спасти, видимо, этого мучителя. Хотя я не понимаю, зачем это делать. Пусть бы убивал его, раз он такой маньячина. Но, по крайней мере, это поможет нам пролить свет на нашу историю и попытаться оправдать себя перед законом. Поэтому выбора у нас, в принципе, не так много.